Значит, я столкнулся с проблемой, как создать учетную запись вот в айфоне для имейла. Значит, захожу вот сюда. Ну, я думаю, так многие столкнулись. Захожу, значит, в новую учетную запись. Создаю учетную запись, чтобы можно было свой e-mail, почтовый ящик читать. Другое. В общем, создаю тот почтовый ящик, который мне надо. Пишу название, да? Вот. Ну, и тут без разницы, какое имя напишите. Вот свой почтовый ящик я пишу от e-mail. Тут тоже в описании пишу свой почтовый ящик, чтобы было распознавать его удобно. И пишу пароль от своего почтового ящика на e-mail, да? Как и все так, наверное, делают. И в итоге он нам выдает такую херню. То есть, типа, войти нельзя. И вот сиди, ломай голову. Как же войти и как же привязать свой почтовый ящик именно с e-mail? Так вот, чтобы его привязать, для этого нам сделать надо кое-какую такую вот хитрую операцию. Почему-то на других видео это не показано, как это делать. Сейчас я вам покажу, как это надо сделать. Все дело в том, что пароль в настройках айфона надо указывать не от нашего ящика, а надо указать пароль для внешних приложений. То есть мы должны его создать. Специальный пароль мы должны создать для того, чтобы ввести его в айфоне. То есть не тот, который для ящика мы используем всегда на компьютере, а отдельно. Для этого мы заходим на Google, пишем пароли для внешних приложений. Вот. Заходим на эту вкладку вот для имейла, создать пароль для внешних приложений, да. Ну, в общем-то, вот попадаем сюда, и тут мы вот ищем пароль для внешних приложений, такую вкладочку нажимаем. И у меня уже тут создан пароль для iPhone. Вот так же называете, добавить. Вот здесь нажимаете добавить, пишите, допустим, iPhone, и там создается пароль. И этот пароль потом вы добавляете именно вот сюда. Ну и, собственно, все. Нажимаете добавить, у вас появляется такая вот уже вкладка. Все, ваш новый ящик, он зарегистрирован. Все, потом заходите на ящик, и у вас он тут уже отображается. Вот у меня тут в данном случае мой ящик от e-mail. Именно от e-mail он отобразился и добавился. Можно использовать несколько почтовых ящиков. То есть от e-mail, от Яндекса. То сколько хотите, столько и создавайте. В общем, как-то так.